Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин, а мы продолжаем дядюшку Кратоса. Смотрите, что я тут. Так, навыки. Я щиту прокачала два навыка. Поставив блок последнее мгновение, нажмите РТ, чтобы перейти в контратаку. И вот это вот прокачала для того, чтобы, если меня будут кидаться снарядами, мы могли его откинуть. Так, у Атреуса, что тут у Атреуса? Тут я ему еще ничего не качала. Так, существенное повышение скорострельности. Малого тоже качаем. Шоковые стрелы. Так, урон от шока может передаваться между несколькими врагами. Хорошо. Ну все, больше мне тут ни на что не хватает. И я купила себе вот этот вот. Нет, не вот этот. Вот этот вот. Если точно бросок топора в голову или уязвимое место, тогда при возвращении в следующий раз у нас вспышка от холода. Все, какие у нас там цели? Волшебный резец. Дополнительное семейное дело. Заберите точило. Пройдите в цитадель. Ага, а где оно находится? Угу. Ну все. Значит, мы отправляемся назад. Правда, я вот сидела, смотрела, думала, может как-то можно эти сундуки забрать. Какая мелодия красивая. Вроде как все здесь зачекала, все зачистила. А тут мы были, я уже забыла, так давно играла, что я все позабывала. Нет, я тут не была. Сын. Мало читай. Круто. Хвост Фафнера. Если вы зачитаете, уходите прочь. Вам здесь не место. Это мой овраг. И не вздумайте брать ничего с собой. Вы еще здесь? Я же сказал, уходите. Это мои сокровища, вы их не получите. А самое ценное все равно лежит в хранилище. Но даже не думайте забраться туда. Оно надежно охраняется, я об этом позаботился. Оставьте меня в покое, вы мне не нужны. Мне не нужен никто. И уж точно не нужны глупые сыны Ивальди с речами о том, как опасна жадность. Мне нужно только заглянуть в зеркало ванов, которое я недавно раздобыл, и увидеть, во что превратилась моя кожа. Но даже это мне безразлично. Сокровища дарят мне чувство уюта. Они греют меня изнутри, словно дыхание дракона. Убирайтесь, Фафнер. Ну, походу, он взглянул и... И все. Так. Окей. Только один же сундук был. Ну да. Все, валим. Все очистили, все забрали. Идем по основному заданию. Там как раз у нас по пути. И дополнительное задание. Насчет брони я уже говорила, но повторюсь еще раз. И мне понравилась броня древних, а плечи древних, или как так он называется. И я лучше немножечко подожду, потерплю, хоть враги в некоторых местах сильные. Вот, но потом сделаю вот это вот. О. Это чайка. Где-то чепушило, слышите? Смотрит на нас. Где-то с этой стороны. Чайка. Ладно, пофиг.
Там была слеза слева. Такая громадная. Куда он весь ее сует? Эпический предмет. Напиток из росы мирового древа, обладающий длительным полезным действием. Постоянное повышение силы на 2. А как... Не верится, что Один был мужем Фрей. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Неправда. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В результате долгих уговоров Фрея согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фреи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалела. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Все. Любовь и ненависть никогда не вместе. Они не переплетены. Это все неправда. Не слушайте никого. Любовь, она прекрасна. Вперед! Ого. Почти готов. Я уже готов. Ого. Вперед! Прости, я не готов. Оу! Не, ну это ненормально, я считаю. Вот так. Хорош. Уходим. 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 Хорош. Уходим. О! Если бы там был один враг 5 уровня. Ну и надо было получше уворачиваться, конечно. В общем, Один говнюк. А любовь и ненависть, они не переплетены. Нет. Настоящая прекрасная любовь. Она никогда не несет в себе ненависти. А как это сделать? Сама от себя в шоке, если честно, ребята. Жду команды. Пиздюлей надавала знатных, но это было их двое. Ага, тут еще. Шестой уровень.
помощью Атреуса? Блин, а неужели я тут не смогу раскрыть эту найти? Ау! Уходим! Оглушение, оглушение хорошо работает. Есть. Походу, я сейчас еще чуть-чуть прокачаюсь, и знаете что, можно будет эту рукоятку, за которую вы мне писали, ядовитую, идти забирать. Там рыцарь должен быть 7 уровня. А я неплохо так вынесла 6 уровня. А он, Каркарыч. Ладно. Нам нужно опустить вот эту вот решеточку. Так. Карта обновлена. Вот. Мало, стреляй. А как? Пускай. Ну, наверное, надо сделать. Сейчас. Повыше берем. Так, сначала дальние. Как бы, блин, на геймпаде вот этих вот... Чуть-чуть повыше, чуть-чуть. Ну, давай. Давай, бери. Отпускаем. Успела? Походу нет. Еще буква этот Б не всегда появляется. Нет, не успела. Ладно, давайте еще вот эту крутилку покрутим. Может, что-то изменится. Опять тайминги, опять жесткие тайминги. Чё тут? И чё мы делаем? Куда-то крутим. А зачем? Надо, наверное, прямо вот так вот. Ладно, ждем. Я нажимаю на кнопку, оно не нажимается сразу так быстро.
Ладно. Пробуем еще раз. Издевательство. Нет, я не попала. Я ж не попала. Нет, я не попала, конечно. Ну, нажимайся! Ну, сука. Почему сразу буква Б не появляется? Я просто не могу. И сначала эту. Потом эту. Вот чё она не нажимается? Её надо последнюю? Получается... Хорошо. А если наверх забежать? Ага, тут нельзя забежать наверх. Б не появляется. А, вот. Я ничего не понимаю. Получается, сначала вот эту. Я не выдерживаю. Сейчас начну психовать. Наверное, просто это не то место, куда мне сейчас нужно, правильно? Все. Забудем. Забудем это как страшный сон. Ясно, что брак с Одином долго не просуществовал. Но как Фрейя оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость. Даже для Одина. Будто брак с ним не был карой. Фрейя обошлась с ним лучше, чем стоило бы. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фрейи, и она ушла. Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень. Я бы тоже. Как много мы капелек пособирали за одну серию. А куда мне? Ого, тут как будто целый город под водой. Сюда? Да, парень, забытый город. Опа. Как назывался? Буковку видите? Я забыл. Можно причалить здесь. Давайте причалим. Лёса!
побежали! О, отлично! Фу, я уже испугалась. Уходим! Уходим, Кратос! Минус один. Фух. Это вообще туда, куда мне надо? Свирепый огр. Эти огры мельче обычных, зато умеют прыгать намного дальше. А еще не воняют. Интересно, почему это от того они такие злые или нет? Потому что вонючие. Ну, вроде бы как... Расстояние сокращается. Волшебный замок. Ой, Атрей пропал. Ага, букву одну мы видели. Нет, мы видели Д. Мы видели Д. Так. Или эту мы видели? Интересно, Трей сюда попадет? Читер. Так. Что тут? Сюда пройти мы не можем. Так, вот еще. Избей везде. Так, тут я тоже пройти не могу. Тут у нас что? А тут? Угу. Там мы можем взять кристалл. Ладно, наверное, надо пробежаться чуть-чуть вперед. И там будет буковка. Ну, где-то она вот с этой стороны. Ага. А что ж такое? Больше серебра. Вот здесь букву я не видела. Ну тут, по-моему, где-то должна быть. Лёшка! Пока нет! Не успела.
Вот где-то здесь буква, разве нет? Вот сюда я не буду заглядывать. Тут мне дадут люлей 100%. 100%. Так, ага, можно залезть. Но букву пока я больше нигде не вижу. Блин, как тяжко с этими сундуками, ё-моё. О, нет, сокращалку нельзя открыть. Можно. Так. Все? Да, значит, где-то тут должна быть буква. О! Отец, возьми! Хорошо, продолжай. Блин, надо было попробовать. Наш новый навык. Когда от щита можно отбить снаряды. Ага, вот сюда нам нужен камушек. А, это звук кристалла, думала, звук. Звук камушка. Ну, Андрей, уйди. Посмотри на это. На что? Принесем, принесем. Сейчас, где тут был подъем наверх? Может тут? Ага, все, я поняла. Внизу деревяшки не разбили. Да слазь! Вот дурачок. Вот. Отлично. Еще бы букву найти. Ля-ля, идет на меня, газует. А как? Я же с камнем не могу прыгать. А, я поняла. Сейчас мы тут поднимемся. Вот, осталась та самая Д. Вот где она? Где-то с этой стороны. Вот там, по-моему. Ладно, наверное, мы сейчас пройдем, и она будет подальше. Мимир молчит, ничего не рассказывает. Совсем, наверное, там заскучал у Кратоса на жопе.
А ну. Класс. Прости, я не готов. Хороший навык, мне нравится. Так, сбрасываем скоротку. Нет, лезть мы сюда не будем. Где буква Д? Не бачу. В этот мы уже стреляли. Так. О! Вот она. Ура! Сейчас за сундуком. Да-да-да-да-да, тот самый заветный звук. Сначала за сундуком, потом дальше. Что нам тут дадут? О, отлично. Еще одно яблочко, и мы снова повысим свое здоровье. Что это за место? А, это тоже скоротка. Все, поняла. Кричат, чу? Прости, не могу. Хорош. Уходим. Не могу. Блин, со всех сторон. Хорош! Хорош! Оу! Может быть, стоит отступить? Я готов! Уходим! Блин, блин, давай, 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 уходим. Фух. Уходим. Ты справишься? Прости, я не готов. Блин, мало засейвил, капец. Зачем тут эти камушки нужны? Фу. У меня мало здоровья. На грани прям. Здесь мы тоже были.
Сначала давайте разведаем обстановку. А потом будем брать камень. Дам камень туда. Сначала здоровье. Вызов призрачной белки. Рататоска. А ну. Вредная белка. Руны. Мне нравится наш гнев волка. Он хороший. Если мы его прокачаем, еще плюс урона будет. Плюс оглушение. Так, можем мы тут что-нибудь... Если попадем в цель. Так, удары щитом. Сражаясь голыми руками, держивайте РБ, чтобы сбить врагов с ног и нанести им умеренный урон от оглушения. Ну, я, кстати, редко сражаюсь. Чё тут? Давайте малому еще прокачаем. Все, только пятый уровень остался. Чешуя мирового змея, пронизанная светом Альхейма, используется для улучшения могущественной брони. Встречается только на заставе светлых эльфов. Так, что-то еще для улучшалки брони, хорошо. А вот еще. Так, бежим за камушком. Стоп, а камушек так далеко. Поняла. Мы по этой стороне побежим. Андрей молчит. Обычно, когда Кратос берет камень, начинает: а ты везде будешь его таскать? А тебе это нравится, да? А зачем тебе он нужен? Ну, этот раз молчит. Поумнел, повзрослел. Хорошо, и чё? И чего? Ну принесли мы камень. Все, я теперь не могу его отсюда забрать. Не понимаю. О, класс, от нас отпечатки остаются? Да. Что-то я немножечко запуталась. Ну, сейчас мы спустимся вниз, хорошо, и чё? Просто зачем я зажгла здесь камушек? Непонятно.
У нас есть быстрая скоротка. Самое главное, сундуки позабирали. Все остальное не важно. Ладно, ребята, давайте на этом закончим. И отправимся уже к нашей основной миссии, дополнительной следующей серии. Я просто не думала, что у нас появится дополнительная куча всяких заданий, сундуков. Хотела уже пойти по основе, но ничего страшного. Это тоже было интересно. Надеюсь, вам понравилось, как и мне. Желаю вам хорошего дня. Все плюсы находятся в описании. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.